Так, всем привет. Сегодня 21 сутки инкубации, 6 утра. И с инкубатора уже раздаются какие-то звуки, писк. Посмотрим, что он. Ух ты! У нас тут уже вон один птенчик. Вот второй. Уже наклёп, так наши провода мешают. Сейчас мы их. Тут вот что-то непонятное. А, ну да. Вот вчера, который наклюнулся цыпленок, вот это он и вылупился. Ну, пока не массово, но сейчас мы это заберем. Я их вытащу. Я вам уже тут покажу, приготовил брудер. Вот у нас лампочка. Уже поставил водички, сделал им там, постелил пеленочку, уже приготовил и кормушечку, так что сейчас уже будем вынимать двух. Два пассажира у нас уже в брудере. Один уже чуть-чуть подсох. Чуть-чуть пораньше он вылупился, а этот, видно, вылупился сейчас. Ну, тоже его вытащил, чтобы подсыхал уже здесь, под лампочкой. Потому что сейчас надо будет ходить на работу. Водичку я им поставил. Так что пусть отдыхает. Так, идет наша инкубация. Уже вечер. Вот уже еще три цыпленка вылупилось. Потихонечку, потихонечку они там наклевываются. И инкубация наша идет. Поставил тут стаканчиков с водой побольше, чтобы создать им влажность, чтобы легче они тут выходили. Сейчас мы вот этих вытащим и посадим в брудер. Шевелится у нас яйцо, вылупляется. Так, посадил я уже трех штучек этих в брудер, вот они подсыхают. Тут лампочку я убрал пока в сторону, чтобы заснять, а то идут помехи. Поставил им кормушечку такую вот, насыпал туда стартового корма, водичка. Тут уже у нас где-то 16 штук. Вот такие они у нас маленькие красавчики. Ну, посмотрим. У нас в инкубаторе 71 яйцо. Что-то сильного наклева пока я не видел. Так, по 2, по 3 выбираем. Это инкубация, напомню, что у нас началась в 6 часов утра. Я говорил, что это 21 сутки, тогда еще шли 20 сутки, а нет, 20 суток. 21 сутки у нас начались в 12 часов дня сегодня, так что вот как раз они вот сейчас. Завтра до 12 часов дня 21 сутки закончится. Я хочу посмотреть, сколько же вылупится из них, из этих яиц. Ну, может быть, я там чуть-чуть температуру сбавил. Это повлияло. Поэтому, ну, надо экспериментировать. Посмотрим конец инкубации. Какой у нас будет результат. Так, 3 часа ночи. Заглядываем, что у нас там в инкубаторе происходит. О, смотрите, что у нас. Сколько налупилось, будем сейчас их вынимать. Тут больше десятки. Итак, уже 6 утра. Вон еще вытащили мы с инкубатора 5 штук. Примостились они уже лежат. Лампочку пока выключил, пока снимаю. Так, все у нас. Прибавляется и прибавляется у нас. Вот
печью. Целую ночь не давали мне спать. Ну, давайте. Там в инкубаторе у нас еще половина яиц осталось. Ждем. Так, идут у нас уже 22 сутки инкубации. Тут у нас осталось 5 яичек. Тут уже где-то больше десятка я удалил, просветил. И цыплята просто, видно, там замерли. Вот последние тут вылезают. Вот одно яичко, даже я посмотрел, там еще цыпленок не может войти в воздушную камеру, не может, видно, клювиком пробить вот эту пленочку. Ну, не будем помогать, пусть они сами. В инкубаторе тут, конечно, уже беспорядок, шкаралупы, но все равно инкубация. Тут уже больше, под 80% у нас получился выход. Сейчас мы вам покажем малышей. Так, ну вот наши птенчики. Тут где-то больше 4 десятков их. И отсадил еще вот в ящичек тоже. Ну, не буду выключать свет. То им там пусть греются. И еще с инкубатора там достану. Не хочу я в ихнюю толпу таких уже садить, потому что начинают они заклевывать таких еще слабеньких цыпляток. Потому что вот недавно вытащили, положили. Эти уже окрепли, начали его клевать. Там расклевали, может, кровь пошла у цыпленка, пришлось его отсадить. Ну, вот, инкубация у нас, можно сказать, уже завершена. Там идут последние там часы. Сейчас будем вымывать инкубатор, отключать его. Ну, а малышей будем пропаивать, кормить и выращивать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Очень будет приятно. Так что всем пока, до скорых встреч!